Начало сезона для «Динамо Барнаул» наступило внезапно. По плану подопечные Александра Суровцева должны были начать играть неделей позже. Но уведомление от лиги перестроило тренировочный процесс бело-голубых. И уже завтра на стадионе «Динамо» Барнаул встретится с Новосибирском. Сибирское дерби пройдет в рамках 1-256 Кубка России. Нам очень сильно везет. Я думаю, как бы болельщикам везет, думаю, тем интереснее, что все-таки нас часть команд покинула на нашу зону. То есть перешли, добавились намного сильнее, чем были. Поэтому сезон будет еще тяжелее, еще труднее. Немало изменений и в составе команды. Клуб покинули голкипер Данил Гавиловский, защитник Ярослав Гусев и нападающий Петр Иванов. А форвард Игорь Абрамов подписал контракт с хабаровским СКА. На просмотре сейчас вратарь из Томска и нападающий Ефим Золотарев. Он поиграл в Словакии, а потом выступал за крымскую Феодосию. И главное усиление – Антон Кобялко. Наш воспитанник успел поиграть в Лиге чемпионов и забить там гол. А после, вернувшись с чемпионата Армении, отдохнул и снова в бой. По словам сокомандников, Антон – это другой уровень, и на него возлагают большие надежды. А Антон – это футболист другого уровня. Это, безусловно, усиление нашей команды. И, глядя на него, я думаю, он еще лет 5-6 смело может играть. Вы все-таки с ним конкурируете за место в основе или все же, может быть, в паре будет? Я думаю, мне тяжело с ним конкурировать. Вот. Скорее всего, в паре будем играть, но тут как тренера решат. После матча в Кубке России «Динамо» уже 20 июля сыграет с пермским «Амкаром», клубом, который возродил футбол в своем городе и упрямо стремится выйти в элиту ФНЛ уже в следующем сезоне. Впрочем, такая же амбициозная цель и у бело-голубых. Дмитрий Дроздов, Алексей Пушкарев. День с толком.